Боря, ко мне! Друзья, всем привет! Этим кантором у нас 12 марта исполняется 7 месяцев. И будем выбирать уже тех, которых будем убирать на мясо. Они уже хорошие, созрели. Поэтому штуки, наверное, 3-4 будем отсюда уже убирать.
хорошие уже такие есть. Три это точно уже таких очень хороших. Ну и четвертого подберем. Ну посмотрим, или три, или четыре будем убирать. Поэтому там спрашивали, сколько им месяцев. 12 марта уже будет 7 месяцев. Они, а порост был 12 августа. Ну, короче, 12 марта 7 месяцев. Будем потихоньку пускать на мясы. Давай, 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 давай. Ага. Нравится им сильно гулять, не хотят возвращаться домой. Кормушка у них пустая. Сейчас будем мешать, намешивать, колотить. И насыпать дня на 2, на 3. Хорошие у нас тут получаются кабанчики. Вот раз, два, три. Ну а те, что под стенкой. Ну и вот тут, наверное, четвертый. Поэтому сейчас туда-сюда пройдет немножко времени. Я уже записался к Андрею. И Андрюха придет, будет делать харакири. Вот так. Это у нас киевская генетика. Зовут клубника. Все никак не может сорваться. Уже и стрессогонил, и до хряка пускала. Все равно не срывается. Да? Вот так. Бывает всякого. Поэтому как бы кнопа у нас. Кнопа. А где у нас кнопа? Спрашивали, где кнопа. Кнопа, вот это, а, да, вот, самая маленькая кнопа, вот. Вот, вот это тут ничего так, вот этот хороший, это такие за, я думаю, за 150 килограмм. 140-150, может больше. Вот этот вот круглый тоже центральный хороший. Ну вот они. Раз, два, три. И, наверное, вот это четвертый рядом. Это четыре, которые выделяются со всех крупных. А те пускай еще поднаберут. Вот моя рука. А вот его спина. 7 месяцев скоро будет. Порода кантур. Посмотрим, что за сало. Что за мясо. Лапку смотришь, да, Мурчик? За мамой скучаешь. Вот это он уже большой кот, а до сих пор лапку заднюю смотрит. Или эту, или вот эту. Скучает. Да, Мурчик?
На лапку.